Всем добрый день, канал Эльбрус Тайм, с вами я, Азрет. В инстаграме меня можно найти под ником Гишгит. Сегодня мы приехали в Верхний Баксан и посетим ущелье Адырсу. Наснимаем много красивых видосов, сделаем немножечко обзор на ущелье, так что смотрите, что будет дальше. Дорогие друзья, в самом начале пути вас ждет вот такая вот лестница и подъемник, куда вы можете загнать свой автомобиль, подняться вот туда наверх и дальше продолжить свой путь на автомобиле. Ну, в любом случае, вам придется спешиться на определенном участке и пройтись пешком. А сейчас мы резко перенесемся вот туда. Вот мы и поднялись. Лестница довольно крутая, заставляет продышаться. Вот так выглядит эта махина, которая тащит автомобили. А вот здесь начинается наша тропа. Вот таким вот способом вы можете подняться или спуститься на подъемнике. После того, как вы преодолеете лестницу, подниметесь на подъемнике, через метров 200-300 вас ждет контрольно-пропускной пункт, где вы должны предъявить свой паспорт и пропуск в пограничную зону. Если вы являетесь жителем Эльбрусского района, то пропуск вам не нужен, вам достаточно будет паспорта. И далее вы будете подниматься вверх по вот такой гравийной дороге. Если идти в хорошем темпе, через 2 часа вы дойдете до вот этой развилочки. Сюда направо уходит старая дорога. В принципе, здесь вы тоже можете дойти до Улутау. Там, ну, повыше нужно будет перейти через мостик. Но мы сделаем переход вот здесь. Кальплагерю Джайлер. И потихонечку будем двигаться вот туда дальше. Ущелье к вершине Улутау. Дорогие друзья, вот мы и дошли до альплагеря Улутау. Сама вершина у нас затянута там облаками. Вот такой вот удивительный, живописный маршрут. По меркам альпинизма очень легкий. Идете до самого конца по гравийной дороге. Угол небольшой подъема. Все время в горку, затяжная горка. Но маршрут не сложный. Занял у нас 3 часа. От подъемника до альплагеря Улутау. Посетить это место рекомендуем, потому что красота не передать просто словами. Вот эти ледники, вершины, камера всех этих красок, к сожалению, передать не сможет. Но вы все поймете, когда приедете сюда. Аж сбивается дыхание, забываешь, что сказать, когда видишь вот эту красоту. Так что, дорогие друзья, следите за нашим каналом, канал Эльбрус Тайм. С вами был Гишгит. До новых встреч, до новых обзоров. Всем пока!